Дворец художественной гимнастики с 21 по 23 февраля принимал чемпионат Сибирского федерального округа. За путевки на мартовские старты всероссийского масштаба боролись лучшие представительницы Новосибирской, Иркутской, Томской, Кемеровской областей, Забайкальского края и, разумеется, хозяйки ковра – омские гимнастки. Лето 2017, но у нас уже есть довольно-таки большое достижение. Мы победители ОГСФО «Юность России». Готовились мы очень упорно к этим соревнованиям, ну и у нас все получилось. Выступление здесь, на этих соревнованиях, какое для вас значение имеет? Достаточно огромное значение. Это серьезное для нас соревнование. Мы к ним тоже очень серьезно готовились, старались, тренировались. Надеюсь, что тренера будут довольны нашим результатом. В групповых упражнениях нашу область представляли сразу две команды. Конкуренция внутри одного региона только помогает девочкам находиться в тонусе и работать над своими программами в усиленном режиме. Мы в первую очередь соревнуемся сами с собой. Мы поддерживаем своих соперников. У нас дети все с малых лет уже все стоят в групповом, потому что это очень развивает и смекалку, и скорость, и внимание. Надо, когда сам себе бросаешь одно дело, когда тебе летит неизвестно откуда и куда, надо сориентироваться и поймать. В групповых упражнениях лучше стала омская команда: Анфиса Зайцева, Алина Шарапова, Мария Верещак, Валерия Кузнецова, Елена Кокина и Евгения Гренц. Наши художницы выиграли оба упражнения в многоборье. Серебряные награды достались команде Иркутской области. Ответственность всегда присутствует на соревнованиях. Чтобы не подвести тренера, чтобы не подвести команду, нужно стоять за себя и, конечно же, за команду, чтобы сплоченный был коллектив. Виктория Данильчук, мастер спорта международного класса, лучшая в личном зачете. На мой взгляд, надо быть сперва, чтобы у тебя присутствовала координация, артистичная быть, чтобы у тебя присутствовали повороты и прыжки. Но это, наверное, самое главное. Соревнования вот эти проходят дома, это помогает или наоборот какую-то ответственность накладывает? То, что дома, это гораздо больше нравится, потому что тут атмосфера домашняя, и зрители за тебя болеют, поддерживают, и это очень сильно помогает. Серебряным призером уличниц стала еще одна амичка Анфиса Зайцева. В командном первенстве безоговорочная победа досталась хозяйкам соревнований. Вторую ступеньку пьедестала заняли кемеровчанки, а бронзу завоевали художницы из Красноярского края.